Веселые новогодние вечеринки давно стали частью жизни большого города. Формат события чаще всего определяет атмосфера той или иной площадки, где проходит пати. В творческом пространстве «Третий блок», известным креативным подходом к чему бы то ни было, организовали вечеринку под названием «No Comments». У нас каждый год какие-то неординарные вечеринки, потому что мы достаточно неформатное пространство. В этом году мы решили поэкспериментировать с форматами и сделали такой званый фэшн-ужин, где была создана и разработана специальная программа Fashion Brand Games. Гости с удовольствием поддержали данный формат и пришли на наше мероприятие. Сегодня день особенный, да? Вот. В Пресли тоже у него были падения, взлеты. Вот, и все равно взлет был самый мощный, самый сильный, самый-самый-самый. Вот. Поэтому и такой образ, наверное, был выбран. Я попала сюда в группе ВКонтакте. Был конкурс репостов, но я сделала его себе на страницу и стала счастливым обладателем этого билета. Вечеринка для меня была абсолютно таким сюрпризом. Мне позвонили девочки и сказали: «Юля, ты хочешь поучаствовать в эпатажной вечеринке в третьем блоке?» Я поэтому с образом немножко напутал, потому что, видимо, слово «эпатаж» в моем лексиконе имеет несколько другое значение. Впервые в жизни, но мне здесь нравится. Ты, как вы видите, символ Нового года, то есть собачку, которая тут нашкодила, немножко праздничные туфли, видите, погрызла. Вот. Ну, по крайней мере, может, она их не погрызла, а принесла хозяйке. Я считаю, что любые мероприятия, где люди отдыхают, веселятся, это хорошо и полезно, потому что целый год работаешь, а тут хоть немножко отдохнуть, я считаю. Люди, которые следят за модой и посещают фэшн-события, встречают Новый год стильно, но при этом традиционно. То, наверное, со своей семьей и с близкими, друзьями. Новый год я буду встречать с семьей. Один. С семьей и кошкой. Ну, отмечать с песнями, с танцами, с плясками не всегда хочется. И я планирую с дочкой уехать в санаторий, в глушь. И очень тихо, спокойно отметить. Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому традиция отмечать праздник несколько раз и в различной обстановке отлично прижилась. Ведь хочется и в новом году блистать и сиять точно так же, как и на No Comments вечеринке в третьем блоке.